Всем привет, друзья! У меня сегодня важное ответственное дело. Я сегодня буду клеить защитное стекло на свой iPhone SE, потому что не хочу, чтобы с экраном ничего случилось. Видите, в каком он идеальном состоянии. Хочу, чтобы он так и оставался до самого своего последнего дня жизни, чтобы экран был в идеале. Поэтому заказал себе защитное стекло с Алика. С Алика заказывают дешевле, чем у нас покупать. Вот такое стекло. Кстати, я заказал, не пожалел, заказал хорошее стекло. Nilkin, это прям хорошая фирма. Плюс я заказал еще PE+, это тоже самое дорогое, оно с каким-то фильтром идет, Blue Light фильтр какой-то, типа для зрения лучше вот этот фильтр. Короче, я за это стекло отдал только 700 рублей, ссылку оставлю в описании. Подходит оно на iPhone 5S, на SE, на пятерку подойдет, они все одинаковые, поэтому разницы нету. И вот что мне пришло, во-первых, вот такой пакетик пришел. Дальше пришел гайд, как будто я, смотрите, какой гайд, прям инструкция, как будто я без этого гайда не смогу наклеить. Само стекло вот в таком пакетике стандартном. И еще пришла пленка защитная, видите, это на заднюю сторону, можно еще наклеить сюда вот такую пленочку, но смысла нет, потому что я ношу телефон в чехле, поэтому мне особо это не надо. Если бы я носил телефон без чехла, да, я бы наклеил вот эту пленку, чтобы задняя крышка тоже не царапалась. Ладно, начинаем. Короче, первым делом нужно открыть вот этот вот пакетик. Здесь все самое необходимое. Ну и начинаем, естественно, по старинке, с влажной салфетки под номером 1. Протираю экран полностью. Очень не хочу закоцать это стекло. То есть надо очень тщательно клеить, очень осторожно, потому что стекло дорогое. У меня еще ни разу таких стекол дорогих не было по 700 рублей. Обычно там заказываю по 100 рублей, по 200 максимум. А этот раз вообще заказал самое топовое, самое крутое стекло. Все. Теперь я беру вторую салфетку, тоже ее вскрываю. Она уже сухая. И насухо протираю сам экран. Вот, вроде сейчас уже идеал. Ну все. Теперь, собственно говоря, приступаем к поклейке самого стекла. Берем, откладываю телефон, беру само стекло, вот оно, и отрываю, о, видите, какое оно прям синенькое такое, и отрываю вот эту часть. Раз, защитную пленку. И вот этой стороной как раз и начинаю клеить. Потому что она липкая. Вот этой стороной начинаю клеить на телефон. Немного сейчас поменяю позицию свою. На iPhone на самом деле легко клеить стекла, потому что нет 2,5D стекла, конкретно на этой модели. Если была бы у меня шестерка, или 6S, или семерка, было бы сложнее. Вот, все. Идеально попал в кнопку, идеально попал в динамик. И смотрите, как это выглядит. Реально очень-очень синее какое-то стекло. Даже вообще необычно. Смотрите, как смотрится. Но это все из-за вот этого фильтра. Если бы я взял обычное, такого бы цвета не было. Но вроде говорят, что это положительно влияет на зрение. То есть, конечно, все хотят сохранить свое зрение. Вот как это смотрится при максимальной яркости. Ну да, видите, прям синий. Синий оттенок. Ну, фиг его знает, это Nilkin. Я думаю, что это стекло реально очень хорошего качества, потому что я смотрел отзывы, люди очень довольны, здесь хорошая олеофобка. То есть, видите, я сейчас вожу по экрану, и отпечатков пальцев практически не остается, жирных разводов. Вот. Хотя мое прошлое стекло вообще очень сильно собирало отпечатки. Но непривычно, непривычно, сразу скажу. Если что, оставлю ссылку, там уже можете выбрать такое же стекло, но можете взять без фильтра. Без этого, если вам такое не нравится. Я вот решил попробовать. Не знаю, похожу, может, потом сниму видео, свое мнение. На этом все, ребят. Вот такое получилось видео, как поклеить защитное стекло на iPhone SE. У меня это получилось идеально, вы можете сами посмотреть. Идеально кнопка, идеально вот этот вырез. Все, все как надо. На этом все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, покупайте такое же защитное стекло. Может быть, даже еще сейчас приклею вот эту штуку. Хотя, наверное, не буду. Всем удачи, всем пока.